Ну а сейчас внимание на экран. Итак, каким же образом мы выбирали новый состав «Виагры»? Внимание на экран. Миша Романова, Эрика Герцог, Анастасия Кожевникова. Миша Романова, Эрика Герцог, Анастасия Кожевникова становятся новой крутой «Виагры». Браво! Какие бы можно было себе приготовить к тому, что мы можем выиграть? Но истерика была, и до такой степени, как будто было тысячи, и только нас одних выбрали. То есть вот настолько. Конечно, безусловно, так и было, но оставалось-то две тройки. Поэтому эмоции просто зашкаливали. Я очень счастлива. То есть я скажу, что самое главное такое качество во мне – это было желание. Я постоянно была очень закрытый человек. Я боялась выйти на сцену или выйти куда-то, хоть в компанию, разговаривать с людьми, открываться, открывать себя. А я хочу